Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, Упорту Dragon Age. Основное прохождение закончилось, пошло прохождение DLC Охот на ведьм. Когда мы его пройдем, начнется пробуждение. Других DLC я проходить не буду. Это если что сразу. Ну что, вот я вообще вижу все впервые. Импорт из другого модуля. Сейчас я импортирую себя. Но вообще... После коронации же. Все правильно. Почему я без брони? Ну давайте попробуем. Ну вот, сохранение после кампании. Ведь у меня и броня должна быть, и оружие. Не знаю. Flemeth once told me that temptation lies in the forbidden. Это Морриган? Первый раз вижу это DLC. Do not follow me, спустя 4 года после выхода игры. Harder words I have never spoken. Some doors should never be reopened. Нифига себе, некоторые двери никогда не должны быть переоткрыты. Счастье в неведении. Блин, чего я голышом-то иду? Где мое оружие? Так, наши разведчики видели здесь девушку. Может, это была Морриган? Как думаешь? Думаешь, нет? Так, мы найдем Морриган, обещаю тебе. Видите, собаки, почему шашлык? Это же Халк. Это же мой маленький Халк. Ну, как маленький. Так, скиллы мои, да. Припарочки, все это мое. А броня? А где броня? Почему нет брони? Какого черта? Почему броню-то не сохранили? Это вот очень странно, ну-ка. Короче, я попробовал скинуть всякий сет свой, но и оказалось, что... Блин, оказалось, что все плохо. Именно потому, что у меня, видимо, из DLC то, что вот был сет, я не могу его одеть на себя. Он просто тут не сохраняется. Ладно, короче, напилил сет джиггернаута с ботинки. Короче, все как-то так в разнобой получилось. Ну да ладно, собак сейчас улучшим, и нечего улучшать. Еще способность поставим. Все, идем искать Морриган. Морриган, деточка наш, тебя вроде тут видели. Полянка. Наследство Флемет. Флемет мертва. Ну-ка. Флемет спасла вас еще тогда, когда мор только начинался. Морриган помогала вам с Алистером встать на ноги. Морриган позже выяснил, что Флемет была одержима и использовала своих дочерей для продления жизни. Вы согласились сразиться с Флемет до того, как она смогла бы пожертвовать Морриган. Встретила она вас очень холодно, и после недолгого разговора она превратилась в высшего дракона. Вам хоть и с трудом удалось ее убить. Никто не знает, кто такая Флемет, и теперь, когда вы стоите перед ее покинутым домом, мурашки бегут у вас по коже, такое ощущение, словно за вами кто-то наблюдает. Твою мать, у меня не было такого ощущения, теперь оно есть. Морриган? Нет, ты кто? Ты тоже ищешь? Not another step. What are you doing here? Что ты тут делаешь? Халк, спокойно. Call off your hound. Спокойно, мальчик. Fine, I'll start then. I'm Ariane of the Dalish people. My keeper sent me to find Asha Belinar, the woman of many years. Флемет мертва. Many have tried to kill Asha Belinar in the past. Do not claim victory until a few centuries have passed with no sight of her. We thought she could help us find her daughter, Morrigan. The young witch has caused trouble for my clan. Has she earned your ire as well? Я люблю её. They say she is beautiful, but I have never heard anyone claim she is capable of love. Morrigan stole an ancient book my clan has guarded since the days of Arlathan. We were the only ones with such a piece of our history. Everything we once had, all legacy of our ancient magics were stripped from us. First by the Tevinter Magisters, then by the Wretched Circle. And Morrigan took what little was left. Может, она время взяла? Откуда ты знаешь, что это была именно Морриган? One month ago she visited our clan in the name of friendship and took great interest in our history. She knew exactly what she was looking for. Ну, так она, кто она? Allowed her to see the book. Two nights later it was gone. И что особенного в этой книге? For almost 2000 years the Dalish people have been wanderers, a shadow of what we once were. This book, as much of a mystery as it is to us, is one of the only clues on how to reclaim that past. My keeper, Solon, says it was a treatise on something the ancients called Alluvian. The word is as old as the book itself, and its meaning has been lost, save perhaps to Morrigan. А что теперь? Help me. We both want Morrigan, and we can aid each other. The Book of Alluvian was reclaimed for my clan by an elven mage who stole it from the Circle of Magi before defecting. He said other similar treasures remain in the library, but they would never allow a Dalish to view them. Perhaps you will meet a different. Я тоже эльф. Посмотри на меня. Ох, ну пошли. Масиринес, I look forward to working with you. Ох, и пес обрадовался сразу. Блин, главное, чтобы Морриган там ничего не подрезала нигде. Девушка, которую вы обнаружили в хижине Флемет, оказалась далекой по имени Ариана. Морриган похитил старинную книгу у клана Арианы. Бла-бла-бла, короче. Блин, очаг. Только одно место в хижине покрыто пылью, очаг. Разве что огонь только что развели. По-моему, раньше не было сундука. Сундук уже давно как пуст. Вообще не помню, что тут был сундук.
Какого хрена? Я этим займусь. Уже нет. Что за фигня? Что происходит? Жесть, у меня припарок не так много вообще-то. Стоп, я же выпил. Я же не могу лечиться. С этой фигней не могу лечиться. Так, ладно, меня уже жестко ранили. Так, все, выгнал кота, запарил, орёт, по ночам тут шастает. Ладно, идем. Ох ты, все закрыто. Ладно, башня круга. Welcome to Ferelden's Circle of Magi. Please, keep your hand under control. Some of the apprentices are easily startled. Да он никого не напугает. I see you have a Dalish elf with you. Is that a problem? Ариане можно доверять. What is that supposed to mean? Most Dalish are common thieves? As you say, you are the hero of Ferelden, and as such, we are obliged to show you courtesy. However, the Templars have not forgotten your actions from your previous visit. I would not like to see a repeat of that incident. Какой инцидент? Ты прикалываешься, что ли? Я же за храмовников был, я магов уничтожил в башне. I am not. The Night Commander is away in Denerim on important business. My name is Hadley. I lead the Templars in the Night Commander's absence. Мне нужно воспользоваться библиотекой. If you're looking for a book, you can start in the index section. As the Warden Commander, you and your guests are free to explore the first floor of the tower without an escort. Good day to you. Что, только по первому этажу, я? I see why Keeper Solon did not want me to come here. It is all too bitter of their little world. Включил субтитр, но она уже закончила говорить. Блин, что у меня за успехом? Че с моим оружием? Капец. Ну, хотя более-менее нормально все. Все закрыто. Хотя вот тут что-то открыто. А что все я? Что все я? The stories about the hero of Ferelden. Apparently he once took on a lady pirate and three greased nugs. Between the sheets. Как смешно. I'll tell you about it later. Офигеть, что ли тут? Врут еще про меня. Копия манускрипта. Вот, руны. Фига себе, руны на броню даже есть. Это мощно. Капец, как круто играть. А слушайте, Dragon Age, именно в то, во что я еще не играл. Это просто супер. Ощущение чего-то нового, неизведанного в такой в любимой игре и в таком любимом мире. Сэндал, чувак. Конечно, Сэндл, ты-то что тут забыл? Enchantment! Ха-ха, Халк тебя узнал. Enchantment! Yes. Торговля. Так, аптечки, припарки. Ну, я не уверен, что мы сможем как-то все использовать глубинные грибы. Ну ладно, я возьму, мало ли, халочки делать. Только я не знаю, как мы будем делать. У меня, по идее, должно же остаться склянки там, да? Хорошо, это хорошо. Еще какой-то реагент был концентрирующий, вот, самый дорогой. Таким и остался. Так, ладно, давай я тебе сэндл продам тогда. Меч. Блин, я не знаю, что продавать-то я буду. Сейчас продам его, а потом что? Шпильные перчатки. Это вообще для Морриган было. Вдруг она вернется. Щит. Ничего не буду продавать. Я не знаю, кого я тут встречу. Вдруг я кого-нибудь встречу из своих, там, возьму с собой. Типа, эй, Алистер, братиш, пошли Морриган искать. Ну, до кого пошли, братиш? I've never seen so many. Хреновый рисунок у тебя. Is that a purebred Mabari? I wish I had one. They should allow pets in the tower. Don't you remember the Dragonling disaster? There's bits of Ivan still burnt onto the ceiling on the third floor. I'm talking about common pets. Dogs, cats, rats, owls, that sort of thing. Сова, какого же ещё маг возьмёт себе сову? Да, нормально так тролльнули Гарри Поттера. Так, кто графический артефакт, рецепт припарок? Никто. Никто. Выращивание нагов сделай сам. Нет, не хочу. Эльфийские языки. Секция истории. Какую книгу вы хотели бы посмотреть? Вартерал гриф эльфов, наверное. Легенда о Вартералах, возможно, созданных эльфийскими богами. Брали свою книгу, натыкаясь на описание некого существа. Похоже, что все группы солдат и Винтера спаслись стрелка-лучники и маги. Какую книгу вы хотели бы посмотреть? Что-то я, по-моему, не то, что-то еще. Что мы ищем вообще? Книга должна быть эльфийской, ну, ясен пень. Вон школа энтропии вообще какая-то есть. Я этим займусь! Нет, тут ничего эльфийского нету, даже в помине. Так, тоже не то. Вот здесь, по-моему, что-то было, да?
Нет. Стоп, а где же тогда Прайфт? Вот. Секция загадочные артефакты. Может, травоведение для чайников? Вот, эльфийский корень и ваши мозги. Старый памфлет, предупреждающий родителей о вызываемой эльфийским корнем зависимости. Забавно, целопучок эльфийского корня пришит к обложке. Какую книгу вы хотели посмотреть? Не знаю, блин, сейчас найду и скажу, что вообще нашел. Ух ты, какую-то штуку нашел. Это же какие-то подсказки. Блин. Вот, блин, секция истории. Чего только там-то искал в той комнате дурацкой? Так, древние эльфийские языки. Книга основана на целом ряде исследований и помогает прочтению древних эльфийских диалектов. Какую книгу вы хотели посмотреть? То есть я не то, да, угадал. О ведьмах и погромах. Еще какая-то фигня, еще какая-то фигня, понятно. Школа духа. Да, блин. Во. Наконец-то. Похоже на ту книгу, которую вы утратили. The bindings are in the same style, but the script is different. This is a library, isn't it? Perhaps another book could help us translate this. Господи-то. Так, теперь бежим вот сюда и... смотрим. Так, древние эльфийские языки. Это помогает вам перевести эльфийский текст. Хорошо, что дальше? Вы нашли книгу, которая вам поможет расшифровать эльфийские руны. И чё, я один тут стою? А где она? А почему все стоят? Вот, куда нам надо. Ладно. Так, смотрим. С помощью книги с переводом вам удалось найти... удалось выйти на главу об Илувянах. Что ты разорался, сгинь. You look, like you could probably squash me like a gnat, but I can't sit by while you mishandle innocent tomes. You're bending the book too much. It'll crack the spine and cause the pages to fall out. Может, врезать ему, я не знаю. Making me dizzy. Читал уже эту книгу? I've used it, but I don't know it by heart. Browsing the chapter on the Illuvians. No one's actually found one, you know. You know what Illuvian is? It's old Elvish for seeing glass. Mirror. Ваш хранитель не осилил слово зеркало. It's a 2000-year-old dialect. She's right. The word is from the lost language of Arlathan, forgotten over eons of slavery. I only know a few dozen words of it, and I'm the circle's linguist. Illuvian isn't just any mirror. It's a special kind. When the Imperium sacked Arlathan, they took these mirrors and tried to unlock their power. But all they could use them for was communication over long distances. Погоди. А маленькое зеркальце, которое я дарил, не то? И что так заинтересовало Морриган? Ah, you have a friend with a special interest. Maybe she needs to talk to someone. Ха-ха, сам пошутил, сам посмеялся. My people crossed paths with another Dalish clan not too long ago. Two of their young hunters encountered a strange mirror in some ruins. One disappeared, the other became deathly ill. They never found the one, and the other died. They left Ferelden and traveled north to forget their sorrows. Понятно, да, продолжай. What became of the mirror? Shattered. Destroyed. Why? It was corrupted by the Darkspawn, beyond hope of recovery. They did it to protect others. Он сейчас в обморок упадет. Broken, it could be used to find the others. No, don't get ahead of yourself, Finn. You have to be sure. What? What do you know? This is so exciting. We have to get to the repository. Hadley has the key. Come on. То есть теперь еще с нами этот псих ходит, да? Ты что делаешь? Psst, you, Hald. You think you could sneak up on the mage over there? Look, так, ну идем. Халк, хватит не подкатывать, а? It's very pretty. Slobbery, but pretty. You should just tell him to fetch... Ну так просто с командой притащить на Морриган, это было бы очень кстати. Халк такого не умеет. Кстати, маг, точно же. Чё у тебя за шмотки? Ну, я думаю, что у неё это всё неплохо, да? Нифига у неё там! Лучший друг девушки, офигеть, ограничение только на неё. Это вот у неё там, блин... защита. Не, я даже шмот трогать не буду. И у этого, ты посмотри, у него все лучше. Hadley, just the man I was looking for. Not looking very hard, were you? I'm always here. Good one. So I need to go into the repository. No. No? Why not? I'm not some drooling apprentice. It's because of me, isn't it? No. The sentinels have been behaving erratically, so the repository is locked for everyone's safety. Oh, well then, sorry for bothering you. Чем я могу помочь? I would certainly like to see the situation resolved, but I would hate to put you in danger. Я архидемона голыми руками убил. Circle, so we've left it until we can spare more men. Давай сюда ключ, остальное сделаем сами. Oh, very well. It's your next. But before you go, what's so important down there? The statue. It knows things about Tevinter, and I need to speak to it. All right. Be careful and keep the mess to a minimum. You know that talking to an inanimate object is a sign of insanity. Not when it talks back. You think the statue talks to you? It's complicated. It wasn't always a statue.
You'll see. Конечно, да. Так, куда? Вниз же, да, вроде да. Я там уже реально года три не был, когда за мага начинал проходить сюжетку в нижних залах. Жесть, ностальгия. Ребята и девчата. Я этим займусь. Пожалуйста. We have to deal with this. Это что такое? Разрыв завесы? Офигеть себе. Нормально все. А, то есть они так и будут жить, да? Пока мы завесы не расфигачим. Наконец-то, что было-то? Я помню, я тут был. The prison is breached. I see the encroaching darkness. Wow, it does talk. Hello? The shadow will consume all. Что за хрень, Финн? Something is causing it distress. The tears in the veil, most likely. The statue is useless until we mend the veil. Ну и чё делать? Разрыв завесы сделан один из шести. Чё? Это сейчас бегать-то везде, убирать эти завесы или что? Кажется, что очень интересен этот элемент пейзажа, ну-ка. Пописить, что ли, на него? Слушай, ты когда-нибудь мечтала о возможности облегчиться где угодно, да еще обходить без ошалевшего взгляда побывателей? Нет, а ты? Нет, конечно, нет. Окей. Блин, ну пошли завесы разрывать. Итак, все, я закрыл все шесть этих завес или что-то там. Идем дальше. I am the spirit of Eleni Zenovia, once consort and... Advisor to our convalarius, blah-blah, follow the house. Yes, yes, we've been through that. Finn, greetings. И как нам это поможет, Финн? I don't know about the Eluvians, you'll see. Eluvian, the mirrors, yes. Saved from our Lathan. Pretty things that showed no reflection, only a haunting emptiness. You remember our Lathan? Little elf. Now you carry that emptiness with you, and name it for your homeland. Where are the mirrors? Where is a door? Is it not in two places? Полагаю, что статуя раздолбана. No, this is normal. It's hard to get answers out of it. Requires passing all the grandiose mumbo-jumbo. We know where a broken Eluvian lies. Can it still be used to find the others? Ха-ха, интонация себе. The broken glass, dagger sharp, will be your key. Финн, ты вообще разбираешься в ритуалах поиска? In theory. I haven't done much of it. The lights of Arlathan will illuminate the Scryer's path. The Archons possessed them, but they were misused, befouled, and lost, like so much the Imperium touched. Some were saved, carried by fugitives from the Elven city. Their sorrow awoke the stone, and her children sheltered them. They found a sanctuary in the deep halls of Cad-Halash. Now... да, я прям вот тут. Вы спросите, Джек, какого черта, ты же был вообще не тут? Но игра опять вылетела, 4 последних минуты записи исчезли, в общем, их больше никто никогда не увидит. Я успел сгонять к эльфам, взять кусочек этого стекла, ничего там особенного не было, и пришел вот сейчас в этот тейк. Будем пытаться найти то, что нам нужно. Ну и перед всяких заставок. Магическая воронка, с помощью мы сможем обнаружить энергию, ведущую к огням Марлатана. Шарлатана какого-то, бля. Ну и чё, как мы чё обнаружим? Или типа просто идти в ту сторону? Всегда думал, что гномы глуповаты, ведь у них нет магии, но это место просто восхитительно. Ага, и восхитительные твари к ним бегут. Это замечательно, как я сказал. Вот какой у меня песик хороший. Кинул на лопаточки просто. So bad. So bad. Ну хоть сундуки здесь все открыты, потому что они знают, что разбойника-то у меня как бы нет со мной. Потертая записка, аптечки всякие. Я не знаю, что за задание. Вы обнаружили древние документы, в которых упоминаются эльфы, использовавшие Катхалаш в качестве прибежища, узнаете больше, нифига себе. Что тут эльфы-то делали? Вернусь в башню, буду изучать историю гномов. Вернись. What the hell? Что это вообще? Супер круто. Валим всех направо и налево. Ой, блин, там Бронт один. Даже сложно представить, что гномы дали убежище этой тьме эльфа, бежавшему из Ролатана. Вот писк, который вы услышали, это PlayStation включился. Чё-то там загружать, что-то опять, наверное.
Ей. Так, ничего нет. Что ты там думаешь? И просто его фразу оборвали. Давай крутяку. Как босс давай, как босс просто давай, давай пилить. Маленький засранца. Ну круто, много припарок всякого такого дают. Это хорошо очень. Еще одна штука. Но я вроде пока не сбиваюсь особо с пути. Хотя и врагов тут много. Просто ты так не любишь покидать башню, почему что пошел с нами? Не могу пустить шанс узнать больше про эльфов древности и про эти зеркала. К тому же и компания подобралась неплохая. Спасибо. Я про собаку. Вот же троллер, да? Блин, прикольно. Пока что дополнение смешанные чувства меня вызывает. Я впервые прохожу, как я уже говорил. Так, вот эта резьба, каменная кладка, да только посмотреть на это мастерство. Тин. Sorry. Пардон. Пошли давай, куда ты там пошел? Под сохранение. Куча костей. Опять письмо. Так это правда, небольшая группа эльфов нашла здесь пристанище. Блин, я потом все это почитаю, но уже как бы для себя. Плюс, заказал книгу по вселенной Dragon Age, там на 400 страниц, по-моему, в твердом переплете, так что вот жду, когда приедет, буду читать. Там говорят, что многие, кто читали, писали, что Лагейн у вас совсем по-другому вообще раскрыт, не так как, ну, в игре, и там больше как-то ему сопереживаешь, хоть он все равно и псих, но будет довольно-таки интересно почитать. У меня хорошее предчувствие, он сказал. А что ты хренакнул такое заклинание? Кал'Шарок уничтожил Кат'Халаш, гномы перебили своих же, все из-за страха перед Империей Тейвинтер. Ты чё тут стоишь? Прихлопнем, конечно. Чё ж нам ещё делать-то? Так, ещё раз, тебя зовут Флориан, Финиас. Горацио Альдебрант Эсквайр, про Эсквайра не забываем. Папа наставил. Родители тебя не любили? Напротив, они обожали меня. К слову, я уверен, что мое имя стало результатом победы любви над здравым смыслом. Я вот не уверен. Блин, такое имечко. Ну и конечно, блин, ведет пошли туда, куда надо. К ловушке она ведет. Тупая фигня. Иди сюда. Почему ты все еще не мертв? Тоже мертв. Мы это быстренько исправили. Еще куча всяких штук. Понял. Стоп, я с собакой мог поговорить, видимо. Я этим займусь. Ты этим-то займешься, конечно, да. Так давайте поговорим с девчонкой. А, ничего не хотел говорить, понятно. Прикиньте для них, какой кайф со мной видели великолепным афроэльфом, стражем, серым, победителем. Почему ты выехал на карту мира? Зачем мне идти на карту мира? Куда? Направо, что ли? Вот же последняя фигня. Ничего нам не показывает, мы в тупик пришли, все, тут выход. А, и что? Серьезно, выход? 6, может сюда? Да нет. Да, блин, я сзади пропустил огонь этот. Наш маг к нему подбежал и сказал, ага. Дрянь из страшных эльфов, жесть. Зови меня потрошителем. Зови меня потрошителем. Шикарно, обожаю своего психа вот этого. Огнелотаны должны быть древние фонари. И не думал, что статуя может быть такой поэтичной. Ну и все, огни у нас есть, эта фигня у нас есть, куда дальше направляемся. Так, вы добрались до Тейга. Огонь один из четырех найден. А где остальные пропустил? Вот где-то тут? Жесть. Вообще смысл такой, что она эта фигня стоит, смотри, куда летят шарики, к ним подбегать, и кровь, которую вот он мне подрезал. Кажется, нам, что здесь что-то есть. Кастует Закл. И вот он. О, что бы мы могли совершить, если бы не утратили нашу магию. Now all we have to do is scry for an unbroken mirror. I saw a suitable place for the ritual, not too far from here. Хорошо, где-то место. Ты нифига себе тут огнище. The ritual may attract unwanted attention. Ну я понял, да. Get ready. Давай. Делай ритуал, мы будем пилиться. Ей. Am I bleeding? Oh look, a rip in my robe. Капец, придурок. What happened to Ariane? Give us your blood. Who cares if it hurts? It's my blood. That's different. Не будь ребенком. Sorry. I've pinpointed another Illuvian. It's in the Dragonbone Wastes. The Tevinters probably moved it there to see if the ancient Dragonbones could enhance the Illuvian's power. Да ладно, мы должны выдвигаться без промедлений. Shall we? Сквозь стекло. Нифига себе. А чивоньку даже дали. Ей. Dog, what do you call that? Пес, как вы называете то, что покрывает деревья? Which covers a tree. Да, это был очень неполный такой ответ. жесть. Ох, кладбище драконов, древнее кладбище, где веками водились драконы, именно там находится Луя. Это что еще за место, мать его?
Мы здесь усматриваем драконов и... Зеркал. Я вижу череп. Кажется, вашему псу очень интересен. Твою мать. Remind me not to step in that. Напомни, как мне потом, чтобы я этого не стану. Вот это я понимаю, противник. Сектанты еще. Пипец, ты отпустишь ли все тут, а? Тупые уроды. Кричит, я живой! Кому взбьет голову поклоняться дракону? Драконы большие, сильные, дышат огнем. Некоторые чересчур легко впечатлить. Ну да, типа меня. Ну как мне этих наверху валить? Погодь-ка. Да поднимись ты уже, ну господи-то. По-моему, я зря способность использовал. Блин, до одного пока бежал уже. Вообще. Так, мы походу куда-то пришли. Блин, супер-мега-бега-дракон сейчас будет какой-нибудь. It is said they were rock and tree, wind and rain, given form and breath by the elven gods to protect their people. И вот вылезла такая хрень. Ой, дураки. To protect their people? Then why does it look like it's going to eat you? И меня тоже, я тоже эльф. Это чё за хренмандер вообще такой? Так, я буду магом, мне забить. Right. Всем доспех. И валим. Все заклинания, которые там у него есть, пусть все будут. Вот так вот тоже понесем. Чё у тебя ещё-то есть? Групповое лечение, бэмс, у всех полное здоровье. Ну все, мы завалили его. Мы супер крутые. Завалил его, конечно же, я. Своей мега мощной атакой. Че, сдохло, да? Чудище ты болотное. Еще драконов он у нас вызывал. Кобился, я хочу облутать. Бартерал. Облутать хочу, говорю, вы че? Да ну, я так не играю. Ладно, идем в центр силы или что. Давайте здесь серию закончим точно, да. И уже в следующий продолжим. Все интересно, блин, мне супер круто все нравится. Ах, с вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр и счастливо.